Ну, я с удовольствием поздравляю его свое семейство от светлой памяти моего отца. Отец воевал, был тяжело ранен под Севастополем. Его лечили на Кавказе и во многом спасли в Баку врачи, учителя, специалисты. Он там учился, обстоятельства, университет закончил. Я бывал в Баку и в республике. Должен сказать, что многое сделано. Ваша столица стала одним из красивейших городов не только Европы, Азии, но и мира. Там всегда добрые отношения. Там в школах второй, по сути дела, русский язык на уровне государственного. Я знал хорошо старшего Алиева, с которым здесь, в Москве, знакомились, не раз пересекали, встречали. Хотел поблагодарить, что многие из его лучших традиций продолжают в вашей практике. Ну и надеюсь, что все лучшее, доброе, что с нами, что мы сумели за многие века сложить, продолжим и в будущем. Поэтому от души всем удачи, здоровья, Нового года. Ну и давайте двигаться вместе вперед.